испытывать его нового монстра. Просыпайся! Просыпайся! Куча проводов. Старые былые времена. Я-то зачем пошел смотреть? Все равно ничего не понимаю. Надо не забывать, что крыши-то нету сверху. Фух, ну что, прошли? Двери 9 мая. Эх, путь дорожка фронтовая. Не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Можно все что угодно делать и снимать. Всем привет! Я сегодня еду к своему кентику Ильюхе, воеводе. Будем испытывать его нового монстра Гранд Чирок. Пошагали! Вот это чудо! Просыпайся! Сейчас поедем кататься. Вот еще один мутант. Просыпайся! Перед тем, как поехать в серьезное путешествие, нужно тачку протестить. Заглянуть, как в старые былые времена, охота. Да. Отечественного автомобиля. Но у нас не отечественный. Я там ничего не вижу, куча проводов. Ждем, очень видно. Вижу хорошо красные провода. Делаем вот так и ждем результата. Колеса для чего надо спускать? Ну, чтобы площадь опоры увеличилась. Мягко ехать, опора больше. Ну, сейчас сколько? 2,5 очка? Сейчас 2 очка давления, до 0,5 спустим. Да подожди, он улетел, сука. Вообще улетел? Ну, конечно. Потерял ниппель. Его ветром сдуло. Нашел я его. Так, ну что там, сколько? 0,5. Так, от клещей. Ноги. Как там бизнесмены говорят и всякие менторы? Надо себя из зоны комфорта выжигать. Вот я и ушел. Надо не забывать, что крыши-то нету сверху. Может прилететь палочка какая-нибудь в голову. Мастерами кунг-фу не рождаются, мастерами кунг-фу становятся. Опасности не пугаются, приемы точны, все сбудется. Бриллиантом засверкаешь, сведешь с ума весь свет. Так, я предложил достать лопату. Все, будем копать. Мастерами кунг-фу не рождаются, мастерами кунг-фу становятся. Опасности не пугаются, приемы точны, все сбудется. Вы же знаете, что если кинооператор и режиссер хорошо придумают сюжет, то будет прикольно и хорошая завязка и развязка. Смотрите, например, как будто вот та машина проехала, а наша машина села. На самом деле это все не так, вы же знаете. Выходим. Оператор снимает. Поехали. Мастерами кунг-фу не рождаются,
мастерами кунг-фу становятся. Опасности не пугаются, приемы точны, все сбудется. Такая ситуация, что мы поедем, будет большой уклон и может машину стаскивать. Поэтому мы поехали на разведку. Ну, как я вижу, то что дорога здесь есть такая лесовозная, можно в принципе прорубаться. Я вон правее, видишь, дорога пошла. А потом вон поляна. Фух, ну что, прошли? Прострел такой на метров 200. Надо помучиться будет. Посмотрим, что получится. Пошагали. Ну все, пальцы скрестили. Двери 9 мая. Эх, путь дорожка фронтовая. Не страшна нам бомбежка твоя, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер. И путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным штатским лицам эти песни малость невдомёк. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем, фронтовых изъезженных дорог. Эх, путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рано. Так, выдыхаем воздух. А чё сидишь? Газуй по радиусу, выйдешь сюда прямо. Что, нормально? Да, нормально, сразу газуй, поехал. Володя, ты не успеваешь снимать, беги быстрее! Вверх, ё-моё! Сюда, аппарат! Ребята ходят, я елочки нарву в баню для венечка. Хорошая, вечером запарю. Знатная банька будет, ребятки. А? Кого попарить? Приезжайте в гости.